Привет! Сегодня на обзоре Boombox Lisong LS4722. Обладает проигрывателем USB флешек, стоп перемотки Play как обычно, аналоговым радиоприемником FM-AM и компакт-диск проигрывателем. Проигрыватель производит только CD, MP3 диски он не воспроизводит. Ну, соответственно, MP3 можно гнать через флешку. Так, работает от сети и от батареек. Довольно компактный, но главное, что он классно звучит. Не в пример всяким там Vitek, многое муть, которая сейчас продается в магазинах. Есть подмотка флешки. То есть не хрипит ничего. Конечно, баса серьезного ждать сложно, но отрабатывает очень великолепно. Так, теперь послушаем радио. Так, переключаем, зажигается табло. Закрываем. Девятнадцать композиций. Так, вот эти кнопки как раз управляют компакт-дисплеером. Play, первая композиция. Быстро стартует, вообще никаких проблем. Тоже есть подмотка. Вот такой вот девайс бумбоксик. Компактный, классно собран, хорошо звучит и недорогой. Все, пока.